Это нам никаким не нужно. Он просто их принимал как братьев. Да, ну ты лично не знала. Я лично не знала Влада Листьева. Но я хочу сказать одно, что это штаб превращает все передачи. Мы тоже поехали сюда. Я здесь раньше училась, два моя школа, я училась. И тут все мои родные. Мы можем телевидение, мы можем передачу денежка. Как-то свои команды там устроили, стали что-то продолжать это делать. И вот всегда, всегда, в принципе, тяжело. Я не хочу сказать, конечно, мысль такая закрадывает, что если как бы с них все начинало в стране, и потом все это, вот можно подумать, что все закончится с его как бы... Его двигали. Этого человека двигали. И в конце концов убили. Я не понял, а чем это? Помолчи. Это все разумный спектакль. И если я прав, если этот спектакль, если это убийство готовилось давно, то на ним должно быть. Значит, говорите о стране, а не человеке. Завтра будут только активные информационные блоки по всем каналам и общественные и нарезки из Чечпик. Я ничего не утверждаю. Если вы утверждаете, что вы красуетесь перед камерой, я не красуюсь. А что вы говорите? Если ты про страну говоришь, если ты про страну говоришь, пойди выступай в Госдуме. Если ты знаешь эту страну. Не, ну, то, что они приняли это решение насчет... от дежурного по району ко мне, что по адресу Новокузнецкая улица, дом 30, в 6-й квартиры, мужчина с огнестрельным ранением в грудь. Тут же была туда послана группа немедленного реагирования для проверки. Факт подтвердился. Была направлена группа МУРа, вызвана прокуратура. Начали работать. А, он был жив в тому моменту? Нет. Я Мелитополь. Да. Вы милиция потом вызвала скорую помощь? Нет, скорая была. Скорая была раньше? Да. А звонок поступил от соседей, от жильцов, да? Не могу сказать. Трудно сказать. Трудно. А кто ведет сейчас расследование? Это инстанции? Прокуратура. Прокуратура. Создан штаб. А, при каком ведомстве он создан? Министерство внутренних дел. И прокуратура совместно. Вы взял кто-нибудь на контроль, вы не знаете? Обязательно. Министерство. Я имею в виду ранг. Кто взял на контроль? Министр? Министр внутренних дел. Взял на контроль это? Да. Расследование. Скажите, пожалуйста, 47-е отделение вот сейчас уже имеет какое-либо отношение к этому делу? Или вот, так сказать, уже ушло? А как же? Нет, нет, обязательно. Это совместно дело. С нашими, все вместе работаем. Скажите, версии какие-нибудь есть у вас? Одна, трудно две, сказать. Сколько версий может быть? 5? Нету никакой. Никакой? Нет. Пока версии нет. Пока следствие ничего сказать об этом не имеет. Ни предположений, ни угроз каких-либо не поступало? Нет. В связи с этим инцидентом до этого? Нет. Нет. Он у нас на территории уже года полтора, наверное, живет. Никаких фактов нет. Скажите, были ли какие-либо анонимные звонки, так сказать, вот как обычно иногда? Для шика, что ли, вот эти киллеры. По какому вопросу? Ну, вот по этому вопросу. Нет, вам не как было. Дежурному. Не было. Во время дежурства. Не а было. Именно вы дежурили вот именно в 21-22? Именно я. И представьтесь, пожалуйста. Помощник начальника отделения милиции, старший лейтенант милиции Чабан Алексей Иванович. Спасибо. Скажите, и кто из руководства приезжал на место? Зам министра Абрамов был, зам начальник главка Куликов был. Плюс руководство всего нашего района, округа. Все. А сотрудники ФСК были? Были. РОП, все были. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Удачи вам. Да. Спасибо.
информации и нет. Сколько секунд примерно? Да, нам немного, но стоп-кадров мы сами заморозим. 2-3 секунды достаточно.